Что-то мне подсказывает, что выиграет ли он. Всем привет, дорогие друзья. Вы на спортивно-игровом канале RusFPS. Сегодня у нас... Сейчас я попью. Прогноз. Ну, такой лайт-прогноз, просто ради видео. Вот. 1-2 финала Лиги Чемпионов. Бавария, Лион. Вот. Я понимаю, что составы 13-14, я думаю, проблем здесь не будет. А, вот. И я думаю, что я выиграю. Да. Вот. Мне кажется, лучше сделать вот такую схему. Да. И тогда сразу все очень зашибенно. Здесь мы все оставим как было. Здесь... Да. Пусть будет у нас прессинг. Стартовый состав. Ну, здесь только Нойер остался. Вот. Все, в принципе, можно начинать. 4 минуты, звезда футбола. Сейчас только выберу красивенький мячик. Стандартный, черный. Самый-самый красивый в мире. Вот вообще. Вот, все. Можно начинать играть. Ну а пока делайте ставки свои, можете в комментах написать, кто выиграет, но не подглядывайте в конец. Можете даже счет написать. Все. Раз, два, три. Вот. И вернемся, когда будет что-нибудь интересное. Ну, по крайней мере, это более живая команда, чем Зальцбург, за которую тоже... Ну, цех Зальцбурга, так сказать. Ну, уже первая атака. Видно, что Лион хочет, так сказать, выиграть в заводском кубке. Ну, так как там бесплатный ящик пива. Правда, до всех, я думаю, не хватит. Первый удар! И... Хороший удар. Действительно, ну, правда, по центру. Сразу же. Сразу же. Раз, два, три. Не получилось. Серьезно. Счет открывает Бавария. Слышите, ну, это... Не знаю, как бы выглядело это с другим мячом, но я вот так смотрю, это как будто реально наколбол какой-то. Ну или каколбол, не знаю, как вам угодно. А кикоффы работают? Ну, по крайней мере, штрафной заработал. Уже что-то. Так, и кто у нас? Какой-то странный челик с фейсом. Давай, забей странный челик с фейсом. Блин, не, ну как так? Ну и по стандарту. Блин, прям в руку. Да ладно, второй гол. Мне это уже не нравится. Уже не нравится. Ну, представим, что это не Манджукич, а Левандовский. Ну, давай. Повторный кик-офф. Повторный кик-офф. Это FIFA, ребят. Я просто использовал один финт. Давайте еще раз посмотрим. То есть вот раз... Сразу два, но здесь штрафной, но я дальше. Он просто сам отошел. Ну и здесь мастерство, просто мое мастерство. И больше ничего. Ну и все. По крайней мере, мы в игре. И это радует. Опа, опа, опа. А чей там мячик? А чей мячик? А куда мы бежим? Ой. Ой,
Прострел сделай, прострел сделай. Чё ты стоишь там? 2-2. Лаказет. Уже, по-моему, дубль, да, дубль. Все очень просто. Все очень легко. Но, правда, моя атака могла накрыться медным тазом. Вот где-то... Ой, где-то здесь, да. Ну, а здесь уже... Да, да, между ног, вот это все. Все такое интересное. Вон. Так, сюда. И это что такое? Да, ну были бы ворота побольше, конечно. Уже почти выиграли вас, ну что ты делаешь? Блин, а вот это откровенная подстава. Ну ладно, на! Брысь! Нет! Как так? На самом деле, мне вообще пофиг. Вот, ну не знаю. Состав хреновый. Ну, посмотрите, вот. Все, защиты нет. Защиты нет. Все. Ну и тут Робин умеет такие крутить-вертеть. А, вот, ну не знаю. Последний шанс. Вот реально, осталось 9 минут. Таких игровых, то есть это где-то 60 секунд, может 70. А, вот, надо попробовать умно сыграть. Даже сверхумно, прям как. Ой, вот это очень сверхумно было. Так. Ну я вижу здесь, я вижу там, я вижу. Да, я вижу здесь. Так, и Лаказет, я тебя прошу, вот куда-нибудь в центр там встань. Ну, это откровенный подкат сзади был. Так, ну давай кру... Ух, слушай, ну ты позор, ну у тебя фейс есть, ты капитан. И бьешь такую откровенную фигню. Ну... Самый высокий рейд в команде, и такую сделал. Хрень. Так, ну это еще не конец, это еще... Это уже конец, все. Или еще нет. Давайте, закончите мои муки, я вас прошу, судья, свести, я не могу уже в эту игру играть. Давай быстрее, на, ну вот все, да, давай, четвертый гол. Ну серьезно, я думал, ты забьешь. Смотрите, забьет сейчас. Нет, не забил. Так, я полагаю, сейчас будет свисток. Нет? Да, все. Мои муки закончены, в принципе. Вот если так подумать, как сыграла Бавария против... Против кого я забыл? Против Барселоны 8-2. Я смотрел повтор. Ну, вечером как-то неохота смотреть. Ночь. Обычно первый тайм посмотришь и потом засыпаешь. А тут раз и все. И вроде бы и Суарес второй гол забил. Вроде бы и надежда появилась. А тут раз и... Даже Каутиньо в своей команде дубль сделал. Ну, своей бывшей команде. Вот. Поэтому я не знаю, как на самом деле будет. Но, в принципе, если так смотреть, то, в принципе, адекватный прогноз. Адекватный, более чем. Вот. Ну, а с вами был РусФП. Смотрите на стату, смотрите мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Можете друзьям это слать. Вот, и делайте свои прогнозы в комментариях. Ну так, просто чисто мне кометы фарбить. Можете не ставить. Вот, ладно, в общем, всем пока. Пойду смотреть футбольчик.